вялым снегом. И сразу на улице стало больше людей. Все куда-то спешат. О, Сорокин из нашего общежития. Наверное, в библиотеку торопится. Мои подруги уходят из общежития. Счастливые, встретили хороших ребят. Теперь у них будет семья, получит квартиру. Карпова вообще счастливая. Кончила техникум, а когда была на практике в Караганде, встретила там Леню. Теперь уедут вместе. Кажется, только вчера учила ее готовить борщ. Она ведь хозяйничать совсем не умеет. А я все умею. Никак не могу сесть за учебники. Некоторые девочки говорят, скорее бы замуж выскочить, как вечер, так на танцы. Завтра в первую смену, не проспать бы. Весной никогда времени не хватает. Последние хоккейные денечки начались. Никак пропустить нельзя. В школе к экзаменам готовиться надо? Надо. А в субботу мотокросс? Как весна, так никогда времени не хватает. Thank you.
Времени никогда хватать не будет. Это я вам точно говорю. Потому что в общежитии, как на стартовой площадке. Мне уже 23 года, а жизнь идет. Пойду я летом в парк на танцы и встречу там хорошую девушку. Подойду к ней и скажу: разрешите вас проводить? Пожалуйста. А как вас зовут? Николай. А вас? А мы сегодня прощаемся с общежитием. На смену нам в наши комнаты придут новенькие. Пусть они здесь найдут свои мечты. Тогда обязательно сбудутся их надежды. Мы сегодня прощаемся с общежитием. И на смену нам придут новенькие. Ваша фамилия? Петрова. Специальность? Маляр. С правилами проживания в общежитии вы ознакомились? Да. Белье получите у постелянши. Щетки и чайник у старшей по комнате. Ваша комната 115-я, прямо по коридору.